Чеснок растет по всему Крыму, во влажных лесах, около дорог, в прибрежных зарослях, вблизи жилья на заборах. Цветет с мая до октября. Вьюнок считают злостным сорняком, его тяжело вывести. Зато растения, растущие рядом, отлично защищены от грибков. Он хорошо уничтожает плесень. Вьюнок обладает противомалярийным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, мочегонным, желчегонным и спазмолитическим свойствами. Его применяют при метеоризме, бронхиальной астме, бессоннице, гипертонии, болях в животе, гастрите и дерматите. А также при гипертонии, атеросклерозе, лихорадке, желтухе, заболеваниях горла, ушей и ротовой полости. Так как это растение ядовито, принимать его надо с особой осторожностью и строго под наблюдением врача.